все, погнали в Краснодар. Ну что, всем привет. Наконец-то добрался до Краснодара. Забуду было. Прикольно. Потом расскажу. Он мало уже убежал. Тёмик, помахай ручкой. Да, расскажи, как у тебя дела, подписчики. Подписчики, всем привет, у нас вот такая прогулочка. Погодка. Пойдем дальше смотреть. Пойдем. Что, Дарья, расскажи, почему погода такая питерская? Потому что кто-то прилетел мне в тот день и привез питерскую погоду. И захватил на хвосте самолета тучу. Эх, что правда, то правда. Вот так вот краснодарчики расчесываются. Вот такое зеркало. Опа, погнали! Палец не попадает в объектив. Нет. Привет, ребят. Всем привет. Всем привет, ребят. Всем тоже здорово. Пойдем, расскажу, что здесь происходит. Такие угарные здесь деревья. Какие-то пальмоёлки тут смешанные. Там стадик. Сейчас к этому еще к скейт-парку зайдем, посмотрим. Конечно, парк очень крутой, но 100% будет намного круче летом здесь побывать, когда все ярко-зеленое и цветет. Сейчас это, конечно, весенний парк. Ну, в любом случае, это, конечно, круто. И круче, чем в Питере какие-либо парки. Поэтому просто респект этому парку Галицкому за такую приколюху для молодежи, для всего города. Поэтому надо сделать обязательно здесь видосик еще летом. Надо побывать. Там мои малыши. Что уже и дождик начинается, это не к добру. Ну что? Опа, кто-то там уже листики ворует. Молодой человек, что вы делаете? Листочки не получается. Сажаешь уже что-то? Сюда вот. А ты снимаешь? Снимаю. А я тоже это купаю, допустим.
Давай, иди показывай, что здесь. Все, Тём. Жалко, стикера Зинтовского с собой нет. Добрались до зеленых быков. Но Зенит чемпион. Бросайте монеты к таким рыбкам. Здесь весь бассейн усыпан монетками, и от этого рыбы умирают. У нас начался дождик. Тёма у нас упал в кокошулю. Все здесь полный на улице. Уточни, что птичью. Птичью, да, не собачью. Не совсем жить. Но мы вот пытаемся выбраться отсюда. Все, всем попрощались. Пока! Мы ее не знаем. Так, дальше что это у нас? Городской суд? Да. А это библиотека, да? Пушкина. Это супер кубанский казачий хор. Идем дальше по Красной улице. Там так. Погода, конечно, нам супер повезло. Тёма переживает, что его не снимают. Ну, расскажи. Замёрз?
пойдем. Ночной Краснодарчик. Улица Красная. А что за фанки фуд? А, тоже какой-то старый. Кстати, не так холодно, я хочу сказать. Не знаю, мне холодно. Да? Значит, это пивасик. Такая неформальная. И все катали вот на этой площади. А сейчас, ну не сейчас, давненько убрали все клумбы и сделали музыкальный фонтан. Он работает только в теплое время года. То есть сейчас он выключен, потом привозят сюда опять же огромные деревья. Здесь вот он работает с подсветкой, под музычку. Там сзади вот драмтеатр. Тоже вот административное здание сзади. Вот плаза. А чё копы стоят здесь? Здесь всегда стоят копы в любое время дня и ночи. В любое время года они все туда здесь. И вот, вот этот отель. А кап. Здесь вот мемориал. Тоже один такой из самых старых заведений. Ну, может, если сравнить, в принципе, я не знаю. Классно, кафе. А еще тут дальше будет Мадьяровское заведение, тоже там, ну, классный ресторанчик. А как вот в Питере. Краснодарская галерея. Да. Леня, отдельный привет тебе. То есть у нее тоже продолжение, ее построили давно, но там есть вторая галерея, более новая. То есть они соединили ее переходом через второй этаж. То есть две галереи получилось. Первая, вторая, старая и новая. Забавно было, значит, даже чай подавал, ну, шоу, типа мини-шоу было. А,
понятно. Что там чайник, знаешь, такой чайничек, а носик, блядь, вот такой. И вот где-то в проходе стоит. Я понял, понял, да. Тебе херачит. Ну, типа такие шоу. Опять питерские помятые лица. Поспали, наверное, часов 5. Вчера было очень холодно, выпал снег. Ну, там 2 градуса было, никуда особо не выбирались, поэтому сегодня мы уже улетаем. Будем буквально у нас пару часиков. Сейчас где-то 7-8 утра. Пару часиков поснимать, поедем уже собираться и поедем уже в Питер. Так что последние кадры краснодарские. Погнали! Мне так даже больше нравится, чем краснодарский. Достаточно так атмосферненько все выглядит. Кубань, сила. Молодежь занимается. Тренер такой старой закалочки орет на них хорошо. Вот мой маленький хулиганчик кубанский.
Ребят, здесь вот вроде место, где уже собирались фанаты и шли на стадион. А у нас заканчивается наше путешествие. Мы помчали в Питер. Будет видно, написано «Живи, Кубань». А вон стадиончик. И тут по переходу, в котором можно столкнуться неплохо. Толпа на толпу, наверное, были в подземном переходе. Вот это скрейт. Ладно, ребята, всем пока. Помахай. Испанские лакшери, галерейские магазы. Это вам не ДЛП. Это рефрешн. Хочет в туалет, в душ, пожалуйста. Вот это торговые ряды, это я понимаю. Все для людей. Подошла наша поездочка к концу. Обидно, конечно, с погодой нам очень не повезло. Из-за погоды много где не побывали, на море не съездили. Еще в деревню бабушки не попали, не увидели речку Зеленчук. Поэтому так себе все получилось, немножко не по плану. Что можно сказать в целом про город, что запомнилось?
Краснодар — это, конечно, город сплит-систем. Под каждым окном висит кондиционер. Это питерскому человеку в глаза бросается. Забавно, прикольно. Интересно, что многие застекленные балконы, окна как в троллейбусах, то есть, ну, старого образца, видимо, застекляли в Краснодаре именно так, что такие, как в троллейбусах, кругловатые стекла, прорезиненные ободочком таким. Что еще интересно, на первых этажах домов всякие вот магазинчики, и магазинчики шаверные, тут же вперемешку траурные услуги и продажи памятников, то есть тоже так немножко в глаз бросилось. Еще, в принципе, как-то попадали все время в пробки, даже там в течение дня, не только в час пик. Не знаю, наверное, из-за того, что машин в целом много, а дороги узкие. Еще интересно, во дворах в Краснодаре, старых особенно, где всякие пятиэтажки, проходят трубы сверху, то есть как в Питере, наверное, газопровод или что-то в этом роде, а там, я так понял, горячая вода, прям трубы такие снаружи над землей проходят. Что можно еще сказать? Обидно, что в этой поездке не попал на футбол, не увидел ни Краснодар, ни Кубань, только стадионы. Но я думаю, что еще успею сходить. Что еще? Обязательно, конечно, надо побывать летом. Хочется увидеть город в других красках. В этот раз какие-то все-таки питерские были серые краски. Хочется увидеть все ярко-зеленое, теплое, чтобы радовало глаз. Что еще? Еще запомнились таксисты. Почему-то, ну, видимо, просто так попадали на таких, но почему-то все приезжали с выключенной музыкой. И это как-то тоже так резало слух в тишине с незнакомыми людьми ехать. Как-то очень так странно. Не понимаю, почему не включали музыку. Вот. Ну, наверное, на этом все. Пора нам ехать домой. Вот, зацениваем трамвайчик. Сейчас попадем домой и все, уже на такси в аэропорт. Все, ребята, всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока-пока.